Всем привет! Вы на канале Анютка Малютка. И сегодня, вот вы знаете, некоторые есть что-то свое самое любимое дело. У вас какие дела? Например, у меня самое лучшее дело — играть и лечить больных. А у меня самое лучшее дело — пока дело — показывать вам мои ролики. Ну, и еще лечить игрушечки. Например. Мне тоже нравится показывать ролики. Но к тому же надо обращать внимание на зрителей. Да. И я хочу вам показать, как мы полечили мою куколку. Вот. У нее была огромная болячка. Вот на всю руку. Короче, мы замотали таким специальным скотчем, чтобы не поранить игрушки. Вы можете сделать это обычным прозрачным скотчем или непрозрачным скотчем, или двухсторонним. Можно делать по-любому, как вы хотите. Вы можете устроить свою больницу. И, короче, не важно, сколько вам лет. Ладно. Или 6, или 8, или 10. Даже если 20, люди все равно лечат. Но только уже не игрушки, а уже настоящих людей. Но сначала надо потренироваться на игрушечках. А потом на собаках. На животных. Аня, на животных. Так сказать. А потом. А вы знаете, что когда. Аня, можешь убрать Ульяну? Может, ей пора спать уже? Пора спать. Вы были когда-нибудь в зоопарке? Я была и видела там настоящую сову. Ее гладила. А я обожаю ходить в зоопарк. Я была в зоопарке и видела там сову, кроликов, осликов, козла. Но жирафа там нигде не было. Что он такой большой. Даже слона не было. И еще я видела. Еще я в зоопарке видела, как сову фотографируют. Аня, ты кого видела? Я? Я была там давно. Я видела львов. Я видела козла какого-то. Не помню. Я видела пятнистого оленя. Знаешь, какой он красивый? Он весь в белых пятнышках. Сам он такой рыжий, а на спинке у него беленькие пятнышки. Ира, если ты смотришь наше видео, то подпишись и посмотри, пожалуйста. Ну и поставь лайк. Ребята, вам тоже следует ставить лайки и подписываться на наш канал. А сейчас я расскажу. Ведь с каждым днем там все интереснее и интереснее. Мы снимаем новые ролики. Я сейчас хочу сказать, как подписаться. Под видео есть такая красная кнопочка. Нажмите на нее. Там есть какая-то запись и колокольчик. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Ну, эта тема касается, кто не смотрел ни одного моего видео. Вот так. И подпишитесь, если кто не подписан. Обязательно подписывайтесь. С каждым днем все интереснее и интереснее. Всем быстрее! Пока!